Всем привет! Вы на канале «Цветоводы всех стран. Объединяйтесь». Меня зовут Юлия. Посмотрите, какое я нашла богатство прямо рядом с домом. Вот спиливают у нас деревья. И нашла я вот такую кучку замечательного материала для мульчирования. Вот я уже набрала целый пакет. Вот, посмотрите, если убирать вот эти крупные части, остается вот такая измельченная кора. Мне кажется, это будет замечательный материал, особенно если поверху укрывного материала будет замечательно и сохранять влагу, а сейчас и утеплять. После того, как прогреется земля, вот мы замульчируем. Не торопитесь, потому что надо выждать тот момент, чтобы земля прогрелась, а потом уже вот будем мульчировать. И посмотрите, какая огромная гора. Тут мне хватит замульчировать весь мой участок. И совершенно даром, что тоже очень приятно в наш век, где за любую мелочь надо заплатить. А тут вот какая огромная, огромная гора мульчи. Ну, может быть, я что-то не понимаю. Это не особо хорошая мульча. Жду ваших советов, жду ваших комментариев. Потому что удивляюсь, как это никто до меня здесь все это дело не собрал. По мне, так это просто богатство. Ну все, буду на этом заканчивать. И, конечно, мир в ваши дома. Пока-пока!